Всего в Анапе трудятся более 1500 работников транспортной отрасли. Функционируют 9 транспортных предприятий. Анапский автопарк постоянно обновляется и совершенствуется. Отрасли уделяется огромное внимание со стороны администрации, однако и спрос перевозчиков всегда высок, так как транспортные услуги – один из основных видов обслуживания в туризме. Работников автотранспортных предприятий города-курорта поздравили заместитель главы Анжелика Бузунова и заместитель председателя совета Александр Смирнов. Без вашей преданности профессии и чувства ответственности за дело невозможно повседневная жизнь города и наших жителей. Хочется в этот день поблагодарить вас за достойный труд, целеустремленность и преданность делу. Автотранспортники – это еще кроме того, что оказываете услуги по перевозке, это еще и экономика нашего региона, ваших хозяйств и решение всех социальных вопросов. Я хочу выразить вам слова благодарности, поздравить вас с этим замечательным праздником. Желаю вам безаварийной работы, хорошего настроения, как принято говорить, счастливого вам пути. Почетными грамотами главы Анапы в честь профессионального праздника наградили лучших работников автотранспортных предприятий. Благодарность главы Анапы объявили 32 сотрудникам транспортных организаций. Еще 63 автомобилиста получили благодарственные письма от заместителя главы и отдела по транспорту и связи администрации Анапы.